Здравствуйте, уважаемые участники. Мы начинаем нашу онлайн-конференцию первого заместителя председателя Банка России Сергея Анатольевича Швецова с представителями брокерского сообщества. Спасибо вам за присланные заранее вопросы. Мы начнем, наверное, с ответов на них, после чего вы сможете задать вопросы, если у вас еще появятся какие-то дополнительные, через чат. Спасибо. Да, доброе утро, коллеги. Тема тяжелая, сложная, но очень важная для российского финансового рынка. Она, безусловно, затрагивает интересы и наших граждан, и те действующие бизнес-модели, которые брокеры сегодня используют на российском финансовом рынке. В основных направлениях развития финансового рынка мы декларируем, что целью развития финансового рынка является повышение уровня и качества жизни наших граждан за счет использования инструментов финансового рынка. И ровно в развитии данной цели подготовлен консультативный документ, который очень активно коммуницировался Банком России с профессиональными участниками рынка ценных бумаг, с биржами, с саморегулируемыми организациями. И эта коммуникация, собственно, продолжается, сегодняшний наш диалог ровно об этом. Мы исходим из того, что в значительной степени граждане Российской Федерации имеют ожидания относительно своих действий на российском фондовом рынке. Иногда данные ожидания сформированы опытом гражданина, иногда данные ожидания сформированы его знаниями, теоретическими знаниями, полученными из различных источников, в том числе от брокерских компаний. Иногда эти ожидания сформированы рекламой, и в части случаев такие ожидания могут не совпадать с действительностью. Я не хочу говорить, что это несовпадение всегда продиктовано недобросовестностью рекламных материалов или той информации, которую брокеры дают своим клиентам. Безусловно, это не так. В большинстве брокеры заботятся о том, чтобы клиент правильно понимал то, что происходит на финансовом рынке. Но есть, конечно, исключения. И как любая ложка дегтя портит бочку меда, также эти исключения порождают негативное отношение определенной категории наших граждан к операциям на финансовом рынке. И это негативное отношение достаточно активно распространяется через обычные каналы общения таких граждан со своими друзьями, родными, соседями. И распространение, к сожалению, негативной информации в разы превышает распространение позитивной информации от тех участников финансового рынка, ожидания которых совпадает с той реальностью, которая происходит в действительности. Хочу сказать, что мы переживаем достаточно непростой период на российском фондовом рынке. Если в 90-х годах и в 2000-х годах мы имели восходящие тренды, и определенные огрехи в информации, в ожиданиях компенсировались ростом российских акций, большими позитивными доходностями на рынке фиксированного долга, то сейчас мы имеем так называемый горизонтальный тренд, и вы хорошо об этом знаете, что заработки на финансовом рынке требуют больше интеллектуальных усилий, а люди, которые не обладают специальными знаниями, но тем не менее имеют завышенные ожидания, разочаровываются в результатах своего инвестирования. Мы должны исправить эту ситуацию, мы должны иметь миллионы инвесторов, а не десятки тысяч. И эта реформа направлена ровно на то, чтобы ожидания наших граждан совпадали с тем, что они получают в результате инвестирования, чтобы они адекватно понимали те риски, которые сопутствуют этому инвестированию, чтобы они понимали возможности, которые дает финансовый рынок для приумножения и сохранения собственного капитала. Мы предлагаем разделить всех инвесторов на несколько категорий, исходя из двух критериев. Первый критерий, он очевиден, это знание, опыт по работе на финансовом рынке. Люди с минимальными знаниями будут отнесены к неквалифицированным инвесторам. Наши с вами клиенты, которые обладают уже достаточными знаниями, подтвержденными в том числе с данными экзаменами, сертификатами, практикой работы на финансовом рынке, будут отнесены к квалифицированным инвесторам. И не очень большая, но, наверное, наиболее подготовленная часть нашего населения будут отнесены к категории профессиональных инвесторов, которые в минимальной степени, а я бы даже сказал, исключительно в области защиты их интересов по соблюдению гражданско-правовых обязательств брокерских компаний будут защищаться Центральным банком.
При этом для квалифицированных инвесторов будет действовать правило «последнее слово всегда за клиентом», но брокеры, доверительные управляющие, тем не менее, будут обязаны выявлять риск-профиль таких клиентов и предлагать им продукты, исходя из этого риск-профиля. Наибольшая дискуссия у нас с вами разгорелась по поводу категории «неквалифицированные инвесторы». У нас в стране она наиболее массовая, это люди с не очень большим чеком на инвестирование, это люди, которые не обладают достаточным опытом, достаточными знаниями, но тем не менее хотят работать на финансовом рынке. Мы исходим из того, что система администрирования, выявления таких людей не должна быть дорогой, потому что сам объем инвестиций не очень большой, и для того, чтобы заинтересовать брокеров работать с этой категорией, издержки брокеров не должны быть большими. Поэтому в значительной степени обслуживание таких людей должно быть основано на использовании роботизированных подходов, новых информационных технологий, которые сделают себестоимость работы с такими клиентами приемлемой для того, чтобы клиенты находили предложение услуг на финансовом рынке со стороны брокерских компаний. При этом мы исходим также из того, что биржи, как организаторы торговли, должны инвестировать часть своей энергии, финансовых средств в подготовку материалов, которые наглядно и доступно объясняют нашим гражданам, как работает финансовый рынок, как работает тот или иной финансовый инструмент, какие потребности можно удовлетворять за счет этого финансового инструмента, чем отличается активная торговля от долгосрочного инвестирования. То есть предупреждать клиента о тех моментах, которые могли бы быть ему полезны для принятия того иного инвестиционного решения. Мы также исходим из того, что должна быть создана не очень сложная, но тем не менее эффективная система сдачи, дистанционной сдачи онлайн-экзаменов коллегами, которые инвестируют и не имеют больших ценников, и это должно послужить тому, что люди внимательно будут просматривать подготовленные биржами, саморегулируемыми организациями материалы и будут ответственно относиться в дальнейшем к своим инвестициям. Наша цель – это удовлетворение интересов граждан, поэтому ожидания граждан должны быть реалистичными. И мы разделяем неквалифицированных инвесторов на особо защищаемых, у которых ценник меньше 400 тысяч рублей, и те, которые будут иметь больше ценника от 400 тысяч до 1 400 000. Немножко по-разному будет доступна линейка продуктов, которые обращаются на бирже. Для самых защищаемых будет ограничена возможность применять плечи для торговли на финансовом рынке. Плюс к этому будет ограничена возможность использовать производные финансовые инструменты, обращающиеся на организованном рынке. Люди с несколькими большими зданиями, со сданными экзаменами будут допущены к торговле с плечом и к использованию фьючерсов и опционов, которые обращаются на бирже. Мы также понимаем, что у нас очень много талантливой молодежи, которая еще не имеет материальных возможностей с большими суммами приходить на финансовый рынок, тем не менее интерес к финансовому рынку проявляет, понимает новые информационные технологии, увлекается созданием алгоритмов проведения операций на финансовом рынке. Мы исходим из того, что у такой категории людей также должен быть шанс войти на финансовый рынок без серьезных интеллектуальных либо финансовых барьеров. Мы посмотрели международный опыт и предлагаем установить сумму в размере 50 тысяч рублей. Это несколько больше среднего заработка россиянина в нашей стране. И вот с этой суммы 50 тысяч рублей каждый может ежегодно осуществлять любые рискованные инвестиции. При этом брокер не должен прикладывать много усилий и тратить много денег на выявление случаев, когда эта сумма 2 раза, 3 раза, 4 раза предъявляется физическим лицом для инвестирования. Брокер исключительно в рамках своей организации должен отслеживать единократность, ежегодность этой инвестиции, но он не должен проверять, была ли сделана такая же инвестиция у соседнего брокера. Мы исходим из принципа добросовестности наших граждан, что гражданин в таких простых вопросах все-таки может сам сориентироваться и может сам для себя определить, честно он отвечает на вопрос или он вводит брокера в заблуждение. Брокер за это ответственности нести не будет. Это означает, что 50 тысяч рублей может вкладываться абсолютно в любой инструмент, и если получена прибыль, то счет будет расти, и вместе с 50 изначальными будут вкладываться и деньги заработанные
заработанные в результате этих операций в любые финансовые инструменты. Если счет обнулился, если человек проиграл 50 тысяч рублей, вводятся годовые каникулы с момента внесения 50 тысяч, и через год человек может иметь возможность второй раз инвестировать данную сумму, в том числе в высокорискованные инструменты, вплоть до рынка Форекс. Коллеги, я думаю, что вы ознакомились с самой концепцией. Будет рационально сейчас перейти к ответам на вопросы, поэтому я думаю, что мы так и сделаем. Пожалуйста. Коллеги, сегодня с нами представители более 20 российских городов пожелали принять участие в онлайн-конференции порядка 300 брокеров. Это от Владивостока до Калининграда. И мы начинаем сейчас, как и предупреждали, с вопросов, которые вы прислали заранее. Сергей Анатольевич, региональные брокеры опасаются, что не смогут соответствовать новым требованиям регулятора. Это слишком дорого им будет стоить. Требования не к брокерам предъявляются, а к клиентам. Определение риск-профиля как необходимый компонент реформы сможет быть роботизирован. Я думаю, что саморегулируемые организации подготовят алгоритмы, и небольшие брокеры смогут приобрести программное обеспечение, которое будет задавать необходимые вопросы и по итогам ответов на данные вопросы определять риск-профиль клиента и, соответственно, продуктовую линейку, которую брокер сможет предлагать своему клиенту. Кроме того, мы не создаем на сегодняшний день чрезвычайно сложной, дотошной системы выявления несоответствия ответов физического лица на те вопросы о его имущественном положении. Будет достаточно просто физически фиксировать наличие у вашего клиента остатка в ценных бумагах, в драгоценных металлах, в денежных средствах, чтобы посчитать, на какую сумму клиент инвестирует в финансовый рынок. Мы исходим из того, что эта система будет несложной. В чем, тем не менее, состоит ответственность брокера? Ответственность брокера будет состоять в соблюдении алгоритмов выявления риск-профиля. Если алгоритм не соблюден, либо ваши предложения инвестировать будут не соответствовать определенному риск-профилю, то тогда вы будете нести ответственность за убытки клиента. Но я думаю, что это исключительно вопрос операционного риска. Следующий вопрос касается установления предельной суммы риска в 50 тысяч. Просят брокеры разъяснить методику алгоритма определения подобного предельного убытка. И предлагается предел риска устанавливать в доли от средств, находящихся на номинальном счете клиента и заранее зачисленных с его банковского счета. Первый вопрос был очень важный. Он говорит о себестоимости. Мы исходим из простой системы, издержки на комплайенс, в отношении которых минимальны. Поэтому определение любых долей, учитывая, что остатки на счетах, они волатильны в зависимости из изменения стоимости ценных бумаг, более сложный механизм, требующий более сложных расчетов и повышенного операционного риска. Поэтому давайте начнем с абсолютного значения. Если практика покажет несовершенство этого подхода, этот подход применяется и в других юрисдикциях, можем обсуждать более сложные схемы, но которые, безусловно, будут более дорогие. То есть здесь нужно выбирать цена-качество. Цена дешевая на комплайенс 50 тысяч рублей, да, но качество с нашей точки зрения будет приемлемым. Если мы опять же увидим, что эта сумма недостаточна, мы готовы через какое-то время после того, как механизм начнет работать, скорректировать либо сумму, либо подход. Следующий вопрос касается так называемой дедушкиной оговорки по признанию квалифицированными инвесторами текущих клиентов брокерских компаний. Спрашивают, по состоянию на определенную дату это будет? На дату вступления регулирования в силу. Портфели клиентов – вещь очень динамичная по структуре и по объему. В проекте существуют две границы объема портфеля – 400 тысяч рублей и 1400 рублей. Есть ли уже понимание того, на какой момент времени будут определяться эти объемы? Я думаю, что это будет дискретный подход. Частота будет раз в квартал.
И если человек квалифицирован не по критерию знаний и опыта, а по критерию физического остатка средств на инвестиционном счете, то раз в квартал профиль может быть пересматриваться. На ежедневной основе делать этого не требуется. В концепции подход к категоризации инвесторов использован на базе имущественного ценза. Есть предложение использовать подход, при котором для отнесения инвестора к той или иной категории стоит использовать не абсолютное значение имеющихся у него активов, а относительную величину соотношения имеющихся активов к величине инвестиции, чтобы ограничить и риски инвесторов и избежать сокращения числа граждан, участвующих в работе отечественного финансового рынка. Это, опять же, более сложный подход. Он потребует выявления материального положения клиента, чтобы определить долю от его средств, которая будет подвержена большему риску из-за использования более сложных финансовых инструментов. Так как имущественное благополучие граждан волатильно, то схема будет избыточно громоздкая и тяжела в комплаенсе, что не позволит большинству средних и мелких брокеров соответствовать предъявляемым требованиям. Опять же, мы исходили из необходимости упростить на начальном этапе защиты наших граждан от принятия неосязаемого риска саму схему регулирования. Давайте пойдем по простому пути. Если окажется, что есть причины делать систему более сложной, давайте это будем обсуждать в последующем. Мы не закрыты для обсуждения, но мы исходим из того, что издержки системы на первом этапе ее реализации должны быть минимальны. Спасибо. Каким образом будет проходить классификация клиентов юридических лиц и лиц без образования юридического лица? Мы исходим из того, что вопрос квалификации юридических лиц будет реализован в отдельном консультативном докладе. Нам придется с вами обсудить, как мы защищаем юридические лица, как мы защищаем малые формы предпринимательства от этих рисков. Данная реформа посвящена исключительно гражданам, которые торгуют за свой счет. Спасибо. Биржа располагает информацией об опыте инвестирования клиента, срок регистрации кода клиента на бирже. Будет ли биржа передавать такую информацию профучастникам? Мы исходим, что да. Планируется ли ограничение доступа, например, к срочным инструментам, как особо рискованным для неквалифицированных инвесторов? Мы исходим из того, что граждане с счета менее 400 тысяч смогут получать возможность торговать с плечом и использовать деривативы после сдачи онлайн-экзамена. Граждане, которые имеют от 400 до 1 400 000, смогут торговать с плечом в рамках действующего регулирования, но доступ к фьючерсам и опционам также после сдачи онлайн-экзамена. Вопрос о возможности учитывать или не учитывать доходы, расходы других членов семьи и общий совокупный доход, наличие иждивенцев для категоризации клиента. Это предложение рассматривалось, оно сильно утяжеляет систему сбора и обработки информации, поэтому на этом этапе мы не предлагаем использовать этот подход. Если члены семьи доверяют друг другу, то они положат на счет одного из членов семьи необходимую сумму для проведения операции. Дальше идут вопросы относительно плеча. Получается, что при ограничении на использование любого плеча клиентами с активами менее 400 тысяч рублей использование технологии единого счета невозможно, несмотря на то, что часть клиентов активно использует механизм обеспечения для хеджирования своих долгосрочных портфелей. Необходимость хеджа вызвана интересом получения в будущем налоговой льготы от удержания бумаг 3 лет. Мы исходим из того, что расчет плеча будет осуществляться к совокупному риску. Если хеджирующая сделка закрывает риск по сделанной инвестиции, то мы здесь плеча не видим. Здесь нужно будет более технически четко разъяснить порядок определения плеча для цели данного регулирования в нормативных актах, что и будет сделано. У вас будет возможность обсудить конкретные формулы, которые будут в проектах вывешены для обсуждения.
А вот со ссылкой на опыт развития рынка США считают брокеры, что где минимальный размер плеча на фондовом рынке 1 к 2 может получить практически любой инвестор. Наши брокеры не понимают, почему в России не повторить успешный опыт крупнейшего мирового фондового рынка, особенно учитывая, что на рынке деривативов ограничений, в принципе, на возможность работы не предусмотрено. Мы исходим из того, что сам материал будет, учебный материал будет в достаточно простой форме изложен, что онлайн-экзамен не будет категорически сложным, содержать очень сложные конструкции, поэтому гражданин, который хочет торговать с плечом, должен потратить несколько часов своего времени, ответить на несколько вопросов и получить такую возможность. Культура инвестирования в Соединенных Штатах – это не один год и не 10 лет, это гораздо больше период времени. Более того, это действительно культура, которую учат в школе и которая является частью необходимого набора знаний американца. А в России этого на сегодняшний день не сформировано, поэтому россияне должны тратить немножко больше времени, чтобы разобраться, как работает плечо. Разобравшись, сдав экзамен, гражданин получит доступ к торговле с плечом. Спасибо. Будет ли принцип «последнее слово за клиентом» включать в себя право клиента, неквалифицированного или квалифицированного инвестора, использовать производные инструменты, например, внебиржевые валютные деривативы, с установленным законом плечом до 1 к 50? Мы не защищаем, как я уже сказал, профессионального инвестора. По квалифицированным инвесторам предложение продуктов с таким плечом будет запрещено, если это не соответствует риск-профилю, но последнее слово будет за клиентом, будет при этом применен период охлаждения. То есть, если клиент настаивает на транзакции с таким плечом, брокер обязан будет ему предоставить возможность заключения соответствующей сделки, но расстояние между заявкой клиента и исполнением этой сделки будет несколько дней, которые позволят клиенту подумать, а действительно ему нужно или не нужно пускаться во все тяжкие. Рекомендуется ли в инвестиционном профиле однозначно определять рынки, финансовые инструменты, доступные клиенту брокера? Мы исходим, что для неквалифицированных инвесторов будет несколько серий экзаменов. Каждая серия будет посвящена определенному инструменту. Не нужно будет сдавать абсолютно все экзамены, а только те, которые необходимы или кажутся необходимыми для клиента, для своих целей. Поэтому здесь это похоже на экзамены по вождению различных транспортных средств. Если я получил возможность торговать с плечом акциями, но не собираясь торговать фьючерсами, мне не нужно будет изучать, как работает рынок фьючерсов, и ограничиться материалом и сдачей экзамена, исключительно посвященному плечом на рынке акций. Это упрощает усвоение материала, потому что не нужно слишком много сразу осваивать. Это позволяет постепенно расширять возможности неквалифицированного инвестора по доступу к инструментам финансового рынка. Спасибо. Какие действия со счетом клиента с активами, не превышающими 400 тысяч рублей, необходимо предпринять, если свободного рублевого остатка нет, но по счету списалась комиссия за брокерские услуги или возместили комиссии иных организаций, бирж, депозитариев, иных брокеров? Закрывать позиции клиента принудительно? Вопрос урегулирования дебиторской задолженности, то есть требований к брокерам, к своим клиентам по комиссиям не подпадает под действие настоящего регулирования. То, как вы выстраиваете взаимоотношения со своими клиентами по расчетам за оказанные услуги, это вопрос гражданско-правовых отношений, он регулируется в общем порядке. По каким критериям можно определить некорректное присвоение брокерам инвестиционного профиля по заполненной клиентам анкете? Будут подготовлены стандарты определения риск-профиля. Вопросы, которые задаются клиенту, анализируются. Это профессиональная деятельность, выявление несоответствий и вывод на основе анализа совокупности ответов является надлежащей практикой определения риск-профиля. Если клиент изворотливо вводит брокера в заблуждение,
тем самым он принимает на себя соответствующие риски. Запись о такой беседе должна храниться не менее 3 лет. Если клиент обращается в Банк России или в суд за возмещением убытков, связанных с неправильным определением брокера его риск-профиля, брокер сможет предъявить данные записи и данные ответы в качестве доказательства надлежащего определения риск-профиля. Спасибо. Теперь у нас вопросы относительно тестирования. Рассматривает ли Банк России предложение по предоставлению права проведения онлайн-экзаменов инвесторов не только на сайте Московской биржи, но и на сайте СРО? Будут ли саморегулируемые организации вправе самостоятельно разрабатывать онлайн-тесты? Мы, во-первых, у нас не только есть Московская биржа, у нас несколько бирж в стране, и право проводить такие экзамены будет предоставлено всем биржам. Мы подготовили поправки в закон о саморегулировании, где хотим наделить саморегулируемыми организации также правом заниматься образовательной деятельностью. Когда эти поправки будут приняты, СРО также смогут принимать экзамены. Спасибо. А сможет ли брокер самостоятельно проводить тестирование клиентов для определения уровня понимания предлагаемых ему финансовых продуктов или услуг? Не просто сможет, а он будет обязан это делать, потому что определение риск-профиля – это ответственность клиента. Не категории клиента, квал или не квал, а именно риск-профиля, потому что и для неквалифицированных, и для квалифицированных предложение продуктов должно соответствовать риск-профилю клиента. Многие брокеры прислали вопросы относительно сроков. Какие будут даны сроки для перехода на новую классификацию инвесторов? Когда вообще вступят в силу эти изменения? И какие изменения ожидаются в существующих нормативных документах? Да, мы предполагаем до конца года завершить обсуждение проекта с рынком и зафиксировать позицию, которая будет в следующем году кодифицирована, то есть превращена в законные нормативные акты. И мы предполагаем, что регулирование будет вводиться постепенно, но не раньше, чем с середины 2018 года. Спасибо. У нас на связи несколько человек из разных городов. Вот сейчас у нас Санкт-Петербург хотел бы задать вопрос. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Доброе утро, Татьяна Долоцкая, Санкт-Петербург. Планируете ли ограничить верхнюю планку дохода финансового советника? Что имеется в виду под наделением права Банка России мотивированного суждения в части соотнесения предложенным финансовым советником продуктов и услуг по инвестиционному профилю? В значительной степени мы имеем сегодня конкурентный рынок брокерских услуг. Я думаю, что финансовые советники будут конкурентным рынком. Исходя из этого, комиссии будут определяться конкуренцией, и я верю, что конкурентный рынок способен эффективно определять правильную стоимость услуг. И также я исхожу из того, что поведенческий надзор в значительной степени будет ответственностью саморегулируемых организаций, и контроль за исполнением данного регулирования в значительной степени будет функцией саморегулируемых организаций, а не Банк России. Банк России, как орган, отвечающий за работу с жалобами, будет реагировать на такие жалобы, ну и мониторить осуществление саморегулируемыми организациями функции поведенческого надзора. Так, у нас еще на связи. Здравствуйте. Добрый день. Михаил Казаков, город Москва. Мой вопрос следующий. В случае наличия у частного инвестора 2 и более брокерских счетов у разных брокеров, в том числе индивидуальные инвестиционные счета, можно ли ему будет воспользоваться статусом, полученным у одного брокера, для счетов, открытых у других брокеров, где общая сумма на счете меньше утвержденного ограничения? Никаких ограничений в этом плане нет. Брокер обязан удостовериться, что сумма превышает определенный порог. Одним из способов удостовериться является получение информации от другого брокера об остатках клиента на определенную дату. Спасибо. У нас еще хотели из Калининграда, кажется. Калининград, Анна Кочкина, Калининград. Да.
Здравствуйте еще раз. Скажите, пожалуйста, будет ли рассматриваемая концепция применяться для других финансовых рынков, в частности для клиентов форекс-дилеров? Также вы упоминали, что при разработке механизма предельного риска был учтен опыт других юрисдикций. Скажите, пожалуйста, это были страны с развитым регулированием финансовых рынков, такие как Великобритания или США, или мы ориентируемся на опыт менее развитых экономик? Мы предполагаем, что форекс-дилеры войдут в реформу на первой стадии. Рынок страхования, инвестиционного страхования жизни присоединится несколько позднее. Позднее же присоединятся и определенные возможности в других секторах. Поэтому по форексу точно совершенно на первой стадии все требования к защите инвестора будут применяться. Это касается не только форекс-клубов, это касается и валютных сегментов биржевого рынка. По поводу опыта. В основном мы, конечно, изучали опыт развитых стран, но не текущий опыт, хотя его тоже. А опыт появления этого института, то есть ретроспективную историю введения этих ограничений в различных юрисдикциях. Также мы изучали опыт и развивающихся стран, но он, к сожалению, более фрагментарен, и оценить результаты этого опыта сложнее, потому что такие страны находятся сейчас в процессе реформы, и говорить об эффективности еще рано. Поэтому в значительной степени опирались на опыт развитых стран. Спасибо, Анна. У нас, по-моему, еще кто-то хотел высказаться. Самара. Добрый день, Перепечаева Ирина, Самара. Обязательно ли будет брокеру, недоверительному управляющему, определять инвестиционный профиль неквалифицированного клиента? И не создаст ли это слишком большой нагрузки на брокера? Спасибо. Мы исходим из того, что целью брокерской услуги является не просто доставка сигнала от человека на биржу, что все-таки это более сложная услуга, которая предполагает определенную поводырскую функцию, то есть сориентировать неквалифицированного инвестора в тех возможностях, которые дает финансовый рынок. А для этого нужно определять его риск-профиль. Поэтому мы исходим из необходимости определения риск-профиля. Опять же, он не будет определяться каждый раз при каждой транзакции, он будет определяться при заключении договора. И для снижения издержек, я думаю, что в 99 случаях это будет некая компьютерная анкета с неким результатом, который будет выдавать сам компьютер для брокера, чтобы он мог определиться, что предлагать своему клиенту. Да, мы вас слушаем. Здравствуйте, Народный Роман, Москва. Такой вопрос. Не собирается ли Центральный банк включить иностранные компании финансового сектора, имеющие иностранные лицензии на осуществление брокерской либо иных профессиональных видов деятельности на рынке ценных бумаг в перечень квалифицированных инвесторов по закону? Мы не обсуждаем сегодня вопрос защиты юридических лиц. Вы говорите об иностранных юридических лицах. Это будет другой консультативный доклад, где мы с вами, безусловно, обсудим и этот вопрос. Спасибо. Нам начинают поступать в чате вопросы. Еще просят уточнить, инвестирование 50 тысяч рублей в любой рискованный актив однократное, либо суммарный годовой убыток от таких инвестиций не более 50 тысяч рублей? 50 тысяч рублей вносится на счет. Аналитически внутри вашего учета обособляются это 50 тысяч. Дальше они инвестируются. Когда они закончатся, наступает годовая пауза. Если они будут приумножаться, то на инвестиции с этого аналитического счета никаких ограничений, как я уже сказал, налагаться не будет. А соберетесь ли вы распространить регулирование на иные сектора финансового рынка, в том числе на ИСЖ?
Я уже ответил на этот вопрос. Да, собираемся вторым этапом. Отдельно обсудим, несколько позже это будет сделано, но мы исходим из того, что финансовый рынок – это единое целое, и арбитраж регуляторный на финансовом рынке должен быть осознан и иметь четкие цели. Вот никаких целей стимулировать сегодня инвестиционное страхование жизни за счет более открытого доступа наших граждан к этому инструменту Банк России перед собой не ставит. Спасибо, Сергей Анатольевич. Уважаемые участники, мы ждем ваших вопросов, если у вас еще остались вопросы к Сергею Анатольевичу. Так, у нас есть вопрос. От инвестиционной компании «Форум». От какой суммы считаются потери? Например, клиент принес 1 миллион рублей, мы заработали ему 1 миллион рублей. Допустимые потери считаются от первоначальной суммы? Это первый вопрос. Мы не регулируем допустимые потери. Мы исходим из того, что как только на счете клиента стало меньше 400 тысяч, он переходит в категорию особо защищаемый клиент. А при этом, если он квалифицирован как квалифицированный инвестор по опыту и знаниям, сумма не влияет на его переквалификацию. То есть переклассификация происходит только в отношении лиц, классифицированных в зависимости от объема счета. Второй вопрос. Согласно 482П указанию, в случае, если риск клиента стал превышать допустимый риск, определенный в инвестиционном профиле клиента, и договором доверительного управления предусмотрены ограничения в отношении действий управляющего, которые необходимы для снижения риска, управляющий уведомляет об этом клиента не позднее дня, следующего за днем выявления такого превышения в порядке, согласованном с клиентом. В этом случае по письменному требованию клиента управляющий обязан привести управление ценными бумагами и денежными средствами этого клиента в соответствии с его инвестиционным профилем. Правильно ли мы понимаем, что мы обязаны вернуть клиенту проигранные нами деньги в размере превышения допустимого риска? Для клиентов, которые относятся к категории неквалифицированных, клиент рискует только суммой, внесенной на свои счета, плюс прибылью, которая заработана. Соответственно, есть лимит ответственности клиента. Сколько бы клиент или доверительный управляющий, обслуживающий такого клиента не проиграл бы, клиент не должен довыносить, закрывать потери. Такое правило сегодня действует, в частности, на рынке Форекса. Что касается квалифицированных инвесторов, здесь ситуация сложнее. Доверительный управляющий несет фидуциарную ответственность. Фидуциарная ответственность предполагает профессиональное управление денежными средствами, отказ от конфликта интересов и действия в интересах клиента. Если клиент считает, что фидуциарная ответственность нарушена, он сможет предъявить управляющему претензии. Решать, нарушена фидуциарная ответственность или нет, будет суд. Татьяна Долоцкая спрашивает нас, планируется ли ограничение доступа, например, к срочным инструментам, как особо рисковым для неквалифицированных инвесторов, и по каким критериям можно определить некорректное? А, уже был такой вопрос. Да, вопрос был. Да. Если клиент настаивает, неквалифицированный инвестор настаивает, он должен сдать экзамены, и по критерию знания он будет допущен к этим инструментам. В иных случаях продавать этот продукт брокер не будет иметь права. Если текущий клиент не будет соответствовать новым требованиям и не захочет тестироваться, что с ним делать? Если текущий клиент имеет статус квалифицированного, переклассификация этого клиента осуществлять не требуется. Этот клиент будет считаться допущенным по критерию опыта. А если клиент на сегодняшний день неквалифицированный и на дату вступления регулирования в силу по-прежнему будет иметь признак неквалифицированного инвестора, то, к сожалению или к счастью, не знаю, с моей точки зрения, к счастью для этого клиента, он будет защищен новым регулированием. На прошедшей совместной конференции Науфор и Московской биржи представители ЦБ говорили, что неквалифицированные инвесторы с суммой до 400 тысяч рублей смогут приобретать только инструменты из листинга первого уровня. Это так? Мы исходим из того, что листинг не совсем
отвечает на вопрос, рисковый или безрисковый инструмент приобретается клиентом. Поэтому мы толерантны к тому, чтобы клиенты из особо защищаемой категории приобретали ценные бумаги не только из первого уровня, но и из третьего, из второго. Но при этом биржа в таком случае должна сама квалифицировать ценные бумаги во втором и в третьем уровне как доступные для неквалифицированных инвесторов. Если биржа не хочет брать на себя репутационные риски, то в зависимости от финального решения будут доступны инструменты только первого или второго уровня. Тот же брокер задает вопрос, смогут ли неквалифицированные инвесторы с чеком до 400 тысяч рублей покупать иностранные ценные бумаги, обращающиеся на российском рынке, имеются в виду еврооблигации. Мы не делим бумаги на иностранные или российские. Важно, чтобы они обращались на российской бирже и были допущены для приобретения неквалифицированным инвесторам по алгоритму, который в предыдущем вопросе я озвучил. Уважаемые участники, есть еще дополнительные вопросы? Остались у кого-то? Только что был такой вопрос, про тот же самый, про неквалифицированных инвесторов и приобретение иностранной ценной бумаги, обращающиеся на ведущих иностранных биржах. Неквалифицированные инвесторы. Мы исходим из того, что неквалифицированный инвестор должен быть ограничен инструментами, обращающимися на российских биржах. Вопрос. В рамках новых требований планируется ли установить срок для переподтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицам? Планируется зафиксировать статус квалифицированного инвестора по дедушкиной оговорке для всех текущих квалифицированных инвесторов на дату вступления регулирования в силу. Поэтому переклассификации не потребуется. Уважаемые участники, присылайте ваши вопросы. Может, Анатолий Григорьевич, есть вопрос? Так все-таки имеет... У нас вопрос, может ли брокер определять самостоятельно инвестиционный профиль? Не может, а обязан. Так, еще у нас есть вопросы, коллеги, участники? Так на нашей бирже мы можем покупать, Никвал может покупать иностранные ценные бумаги? Если они допущены к обращению, если они включены в соответствующий уровень списка или классифицированы биржей как правильные для приобретения неквалифицированного инвестора, то сможет. Так, ага. А у нас вопрос, если экзамен не сдан с первого раза, можно ли его пересдать? Конечно. Никаких ограничений на получение знаний и подтверждение этих знаний через экзамен мы устанавливать не собираемся. Так, у нас даже два вопроса на эту тему. Участники, мы ждем еще от вас вопросов. Да, уважаемые коллеги, спасибо за вопросы. Есть еще вопрос, Евгений Анатольевич, есть еще вопрос, платный ли это экзамен? Я думаю, что он будет точно совершенно бесплатный, но я не могу за биржу сейчас это озвучивать, потому что есть себестоимость определенная, но я думаю, что биржа проявит разумность и сделает его бесплатным. Не могу сказать про повторный, вот здесь не могу сказать. Но первый совершенно точно, с нашей точки зрения, должен быть бесплатным. Если, вот такой вопрос есть, если другие лица начнут сдавать экзамены за клиентов, а брокер выявит недостаточный уровень понимания продуктов? Но мы исходим из того, что все-таки удаленная идентификация заработает, и этот проект будет сопровожден удаленной идентификацией. Будет видеозапись сдачи этого экзамена, и массовых нарушений
фальсификаций не будет. Такой опыт есть при сдаче экзаменов на квалификационные сертификаты. Мы не будем здесь открывать Америку. Я думаю, что мы просто воспользуемся тем опытом, как принимать экзамены удаленно, минимизируя издержки, связанные с фальсификацией. Если кто-то проскочит, ну, знаете, это будет не массовый характер, пусть тогда сам на себя пеняет, потому что будет принимать решения, опять же, основанные не на правильных ожиданиях. Вопрос. Если клиент внес 150 тысяч рублей и проиграл 50 тысяч, то вступает ли мораторий на операции этого клиента, если он отнесен к категории особо защищаемых? Нет, ему надо все проиграть, чтобы перестать работать. Вы, наверное, вопрос спрашивали про 50 тысяч лимита. Это абсолютно отдельная категория, которая не защищается. Если клиент особо защищаемый внес 150 тысяч, он защищается, у него ограниченные возможности, о которых я говорил, по принятию рисков, но это не распространяется на вот эти 50 тысяч, которые абсолютно отдельно вообще не ограничиваются со стороны регулятора. Вопрос, подскажите, смогут ли неквалифицированные инвесторы торговать на валютном рынке? Да, мы исходим, что да. А в случае перехода инвестора в категорию неквалифицированного, что можно будет сделать с активами, приобретенными в статусе квалифицированного? У активов, которые приобретены, нет никаких ограничений на закрытие длинной позиции. То есть все, что клиент хочет в плане закрытия рисков сделать, надо исполнять. Ограничения вводятся на принятие риска, а не на его закрытие. Это касается и коротких позиций. Если у квалифицированного инвестора были короткие позиции, и он получил статус в результате снижения стоимости его портфеля неквалифицированного инвестора, у брокера не будет ограничений выполнить распоряжение на закрытие короткой позиции. Хотя де-факто это приобретение ценной бумаги, производного финансового инструмента и так далее. Поэтому в сторону снижения риска ограничения не устанавливаются. Снова вопрос относительно тестирования. Можно ли будет сдать экзамен удаленно, просто зайдя на сайт биржи? Всех клиентов на биржу не отправишь. Вот ровно мы так и мыслим. В страшном сне мы видим, если клиенты будут приходить физически на биржу. Это невозможно. У нас большая страна, у нас маленькая биржа с точки зрения помещения и возможности принятия экзамена, поэтому речь идет исключительно об онлайн-экзаменах. Нас снова спрашивают о регулировании деятельности иностранных компаний, предлагающих инвестиционные услуги. Это другой вопрос, я на него отвечу. Действительно, такая проблема есть, когда иностранные регулируемые, а чаще нерегулируемые компании через интернет предлагают услуги российским гражданам. Сейчас работа ВАЕСКО ведется по тому, как выработать общее отношение регуляторов к такому роду бизнесу, пока страны защищаются от этого самостоятельно. Например, Соединенные Штаты запрещают иностранным юридическим лицам обслуживать американских граждан. Законодательство Соединенных Штатов, как вы знаете, носит экстерриториальный характер. В Австралии запрещено транслировать информацию об услугах через сайты на английском языке, если австралийский клиент выходит с австралийского IP-адреса, то есть делается блокировка. То есть пока нет общего подхода стран, как бороться или регулировать этот феномен, но выработка таких рекомендаций продолжается. Мы тоже об этом думаем, но готового решения у нас нет. Когда оно появится, я думаю, что мы предложим рынку определенный вариант. Спасибо. Вот опять возвращаемся к экзаменам. Если от имени клиента будет выступать его представитель, нужно ли будет определять профиль представителя клиента и проверять знания посредством сдачи экзамена вот этого представителя? Если представитель, это не совсем про экзамен, это про представительство. Если представитель является финансовым консультантом, имеет соответствующий статус и действует в интересах клиента, то ответственность за определение риск-профиля клиента будет нести уже этот представитель. Юрий Николаевич нас спрашивает, иностранные ценные бумаги, не обращающиеся на российских биржах, какая-либо категория инвесторов сможет приобретать? Ну, смогут все. Вопрос, через российскую ли инфраструктуру. У нас нет никаких запретов для граждан приобретать иностранные ценные бумаги, но для неквалифицированных инвесторов российские брокеры
такую услугу смогут предоставлять только в отношении иностранных ценных бумаг, обращающихся на российских биржах. Сразу два вопроса, касающиеся, относятся ли требования и вот эти изменения, связанные с квалификацией инвесторов, к деятельности по доверительному управлению, тоже про 50 тысяч. На 50 тысяч не накладывается никаких ограничений, но я не уверен, что и на большие суммы будут ограничены сроки передачи активов в доверительное управление. Ну, по крайней мере, такой вопрос у нас не возникал, и мы его не дискутировали, и мы не собираемся в регулировании ограничивать срок, на который средства передаются в доверительное управление. Если эти сроки, ну, я не знаю, на 1000 лет, наверное, это неразумно. Вопрос относительно индивидуальных инвестиционных счетов. Клиенты, открывающие такие счета, также подлежат профилированию? Появится ли у брокера обязанность дополнительно сообщать ФНС на уровень инвест-профиля клиента, открывшего индивидуальный инвестиционный счет? ФНС интересует исключительно налоговые аспекты, поэтому такой обязанности не появится. А если клиент не сдаст экзамен, будет ли он иметь возможность ежегодно инвестировать 50 тысяч рублей в любой инструмент, в том числе в Форекс? Абсолютно точно. Для того, чтобы инвестировать 50 тысяч рублей, не нужно сдавать никаких экзаменов. Но я хотел бы обратиться все-таки к брокерам и гражданам, что мы все заинтересованы в положительном результате инвестирования, не в смысле финансового результата, а в смысле совпадения ожиданий с реальностью. Поэтому это не будет обязанностью брокера, но тем не менее, я думаю, что брокеру имеет смысл подумать, нужно ли предупреждать инвестора о рисках, которые связаны с инвестированием, в том числе 50 тысяч свободных от регулирования средств. Александр просит уточнить, правильно ли он понял, что финансовый консультант, представитель, сам имеет право классифицировать клиента? Абсолютно точно. Так. Уважаемые участники, есть ли у вас еще дополнительные вопросы, или мы можем уже переходить к завершению нашей онлайн-конференции? Правильно понимаю. Мы работаем уже почти час, мы услышали людей из разных городов. Дедушкина оговорка как бы уже не работает, да? Или все-таки? Дедушкина оговорка применяется для квалифицированных инвесторов. Если в рамках старого регулирования у человека был статус квалифицированного инвестора, этот статус закрепляется за ним на всю оставшуюся жизнь. У нас есть еще один вопрос тоже относительно представителя. Да, но извините, но если гражданин захочет пройти экзамены, будучи уже по дедушкиной оговорке квалифицированным инвестором, естественно, никаких ограничений для него не будет. Не очень понятный вопрос. Владимир Крикотень, если сможете, уточните. Если представителем клиента является другое физическое лицо, по доверенности представителя квалифицирует брокер и клиента квалифицирует брокер? Еще раз. Если лицо, которое представляет клиента, является официально членом СРО и имеет статус финансового консультанта, который уполномочен передавать заявки, или доверительного управляющего, который уполномочен передавать заявки на эти транзакции, и он несет ответственность за определение инвестиционного профиля и ответственность за квалификацию, то тогда брокер эти действия не выполняет. То есть это так называемая вот а-ля субброкерская схема. Просто еще законодательство об инвестиционных консультантах не принято, поэтому сложно пока категории эти объяснять, но к тому времени, как мы выпустим регулирование по защите, я надеюсь, законодательство по финконсультантам будет сделано, базовые стандарты деятельности финконсультантов СРО будут приняты, и это будет новая услуга, встроена в систему правоотношений между клиентом и брокером. Про дедушкину оговорку у нас еще один вопрос. Квал-инвесторы не переквалифицируются, а те, которые квалифицированы после вступления в силу новых требований, как часто должны переквалифицироваться? Если они квалифицированы по критерию материального благосостояния, а именно остатка на счете, то ежеквартально.
действующих неквалифицированных клиентов, работающих на срочном и валютном рынках, необходимо будет отключить от этих рынков до момента сдачи ими экзамена? Да. А вот нам уточняет вопрос, но мы уже ответили, Владимир, по поводу доверенности физическим лицам. Уважаемые участники, еще у вас есть вопросы? У нас вопрос, если клиент получит прибыль от работы на финансовых рынках, сможет ли он инвестировать более 50 тысяч без сдачи экзаменов? А если он получит эту прибыль в рамках инвестирования 50 тысяч, то да. Если он получит эту прибыль по иным своим инвестиционным операциям, то он сможет использовать эту прибыль для тех же самых транзакций, которые использовали основную сумму долга, основную сумму инвестирования, то есть в зависимости от своего риск-профиля. Поэтому по 50 тысяч придется вести обособленный аналитический учет. Уважаемые участники, так, есть еще вопрос. Скажите, пожалуйста, как будет осуществляться расчет новой суммы для инвестирования? Не понял вопрос, извините. По рыночной стоимости активов. Так, уважаемые участники, если у вас нет больше вопросов, мы завершаем нашу онлайн-конференцию. Благодарим вас за участие. Сергей Анатольевич сейчас скажет... Заключительное слово. Нет, коллеги, я, во-первых, хотел бы поблагодарить Андрея Григорьевича Гавриленко за организацию данной конференции. Второе, я хотел бы поблагодарить участников финансового рынка, которые с пониманием отнеслись к нашим инициативам и от полного неприятия, которое было при первом контакте, мы пришли практически к полной договоренности относительно того, как будет работать эта модель. И я хотел бы, чтобы все, что мы делаем в рамках данной реформы, мы рассматривали через призму одной очень важной идеи, что удовлетворенный клиент – это благодарный клиент. Он приведет и своих друзей, и своих родственников. Клиент, который разочарован инвестициями, он токсичный клиент. Он отговорит гораздо больше людей работать на финансовом рынке, и это приносит гораздо больший ущерб развитию финансового рынка. Поэтому, коллеги, нам нужны миллионы частных инвесторов. Мы можем получить миллионы частных инвесторов, если они будут удовлетворены своими инвестициями. И это наша общая цель, давайте к ней стремиться. Спасибо. Спасибо, Сергей Анатольевич, спасибо, уважаемые участники, и до свидания. До свидания.